Так вот, задание под номером 1. Вы тут должны выявить лишнюю вещь. Подсказка. Эта вещь является лишней не только на картинке, а и во всем мире. На размышление даю 0 секунд. Ну... Итак, правильный ответ. Конечно же, лишней вещью является надпись задания 1. Да, дальше идет задание номер 2. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть фигура и одна дополнительная палочка. Вы должны будете подставить вот палочку сюда, так, вот чтобы сюда получилась полноценная картинка. На размышление вот даю 15 мл. Вот сюда или вот сюда, короче. Вот куда-нибудь сюда ее можно прилепить. Итак, правильный ответ, разумеется, нужно подставить сюда. Чтобы у да нас появилась красивая рыбка с не менее красивым членом. Это не это амогус перевернутый. Это амогус. Вот это его нога, это рука. Это его, типа, лицо. Он просто, типа, на голове стоит. Тут вы должны определить, где находится обычная обезьяна, а где наш великий правитель Сталин. Причем тут вообще обезьяна и Сталина, если здесь две фотографии братишкина. Так вот, задание под номером 1. Вы тут должны выявить лишнюю вещь. Подсказка. Блять, что за тесты, ебать? Эта вещь является лишней. Вы что, ебать, что за хуйня, блять, происходит? Блять, это реально Хесус проходил, вы что, рофлите, блять? Не только на картинке, а и во всем мире. На размышление даю 0 секунд. Итак, правильный ответ. Конечно же, лишней вещью является надпись задания 1. Дальше идет задание номер 2. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть фигура и одна дополнительная палочка. Вы должны будете подставить палочку так, чтобы получилась полноценная картинка. На размышление даю 15 мл. Итак, правильный ответ, разумеется, нужно подставить сюда, чтобы у нас появилась красивая рыбка с не менее красивым членом. Задание номер 3. Че за хуйню смотрю, блять, вообще полную? Не, ну, в принципе, автор хотел донести полный пиздец, он его донес. То есть видос гениальный. Так вот, задание под номером 1. Вы тут должны выявить лишнюю вещь. Подсказка. Эта вещь... Блять. ...является лишней не только на картинке, а и во всем мире. На размышление даю 0 секунд. Что это нахуй за вопрос? Знаю, первый, мне кажется, лишняя вещь первый, потому что, ну, их два одинаковых. Первое. Итак, правильный ответ. Конечно же, лишней вещью является надпись задания 1. Да. Дальше идет задание номер 2. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть... Да, блять, ебать. Что это за хуйня? И сразу задам задание номер 6. Здесь вы должны будете собрать из данных букв одно... Блять. Короче, я думаю, что тест пока не будем проходить дальше. Но не, это не запретка, это просто буквы, но просто, блядь, лучше не делать так. Так вот, задание под номером 1. Вы тут должны выявить лишнюю вещь. Подсказка, эта вещь является лишней не только на картинке, а и во всем мире. На размышление даю 0 секунд. Он про бабочку, потому что бабочки никто уже не носит. Он наверняка про бабочку, потому что остальные двое носят галстук. Он про бабочку, по-любому. То есть номер 3, про бабочку. Итак, правильный ответ. Блять. Конечно же, лишней вещью является надпись задания 1. Поздравляю Катю со 16-летием. Чат, накидайте сердечек. Всех. Я говорю про бабочку. Дальше идет задание номер 2. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть фигура. Ёб твою мать! Ай-яй-яй! Не... А, подожди. Нет, да это... Ну это просто какая-то хуйня, типа... Мне кажется, не хватает головы, чтобы человек... Там дополнительная палочка. Вы должны будете подставить палочку так, чтобы получилась полноценная картинка. На размышление даю 15 мл. Головы не хватает, это челик падает. Я видел этот знак дорожный, блядь. Не хватает головы. Итак, правильный ответ. Разумеется, нужно подставить сюда. Да, блядь! А, это рыбка, ёбаный в рот, блядь! Нахуй. Сам иди, зодиак, спасибо. Это рыбка, блядь, ебать мы долбоёбы!
И сразу задам задание номер 6. Здесь вы должны будете собрать из данных... Блять! Это, если что, буква Г вот здесь, развернутая. Гидра! Это такое древнее существо. Букв одно слово. На размышление даю 5. Это гидра. Гидроэлектростанция. Итак, правильный ответ, конечно же, Радип. Что с древнегреческого означает пидер? Итак... Осуждаю, еблан! Долбоёб нахуй, ёбаный, блять. Наоборот, если что, долбоёб, если ты такую хуйню будешь говорить, тебя никогда на Twitch не пустят. Ебло, блять, тупое нахуй. Не смешно нихуя, блять. Осуждаю и ноль, блять, смеха. Серьезно, типа. Я максимально осуждаю данного человека, потому что если он хочет на Твиче, нужно запомнить. Запомнить как минимум правило, что такие слова нельзя говорить, потому что нельзя оскорблять никого и ничего. Так вот, задание под номером 1. Вы тут должны выявить лишнюю вещь. Подсказка. Эта вещь является лишней не только на картинке, а и во всем мире. Галстуки, хуйня. Галстуки это пиздец, хуйня. Размышления даю 0 секунд. Галстуки заебали. Бабочки лучше. Итак, правильный ответ. Конечно же, лишней вещью является надпись задания 1. Дальше идет задание номер 2. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть фигура и одна дополнительная палочка. Вы должны будете подставить палочку так, чтобы получилась полноценная картинка. На размышление даю 15 миллилитров. Сейчас. Короче, я бы вот сюда бы палочку эту поставил, вот сюда. Потому что, смотрите, буква Х есть, вот буква Х есть. Буква У тоже есть, а буквы И нету. И вот если эту палочку вот сюда поставить, получится И. Хуй. Итак, правильный ответ, разумеется, нужно подставить сюда. Чтобы у нас появилась красивая рыбка с не менее красивым членом. И сразу задам задание номер 6. Здесь вы должны будете собрать из данных букв одно слово. Шкода Рапид. Шкода Рапид, этот, марка машины, Шкода Рапид. Мышление даю 5. Шкода Рапид. Итак, правильный ответ, конечно же, Радип. Что с древнегреческого означает пидер? Итак, задание номер 7. Я не придумал. Так что тест окончен. Поздравляю всех, кто прошел без ошибок. Ведь вы получаете официальное разрешение от Каши на проведение трансляции на Твиче. Осталось только подпись поставить и готово. Все, всем спасибо, что вы прошли тест. Всем пока.